два пакетика. Один здесь мой сын присутствует, Тимофей. Тимоша, иди. Тимоша, выходи. Тимофей, ты веришь в чудеса? Чудеса веришь? Чудеса веришь? Ну-ка, отвечай нам. Да. 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 А в Деда Мороза веришь? Конечно. Конечно. Мы сегодня, когда шли сюда на концерт, смотрим, Дед Мороз идет. И говорит, а вы куда это такие с пакетами идете? Мы говорим, да вот елку делаем. А он говорит, а кто будет? Я говорю, ну детки будут. Будут бабушки, дедушки, молодые люди. А он говорит, а Тимоша будет у вас там? Я говорю, конечно, приедет. И он говорит, я специально для него и для его братьев, и одна сестренка маленькая, елочку подарим. Будете дома наряжать? Спасибо большое. Мы идем на Мороз перейдем. Спасибо большое. На самом деле, мы благодарны нашим партнерам, которые осуществляют детские мечты сегодня. И, ну, и всем нашим артистам. Спасибо. Не все, но снимала.